29 опытных мастеров кисти, которые преподают сейчас или работали учителями ранее в детской школе изобразительных искусств имени Алонцева, представили разнообразные по тематике, настроению и технике исполнения работы в экспозиции под названием «Верность творческой судьбе». Эти произведения искусства создавались не для продажи, а от души, поэтому каждая из них излучает свет истинного творчества и полет фантазии автора. В нашей школе за все эти годы работала и работают совершенно замечательные люди. Это люди, которые отданы своей профессии от начала и до конца. Потому что люди, которые работают в нашей школе, это не просто педагоги, это еще и художники. И вот благодаря таким выставкам мы можем донести и до наших учащихся, и до наших горожан и гостей нашего города, что из себя представляет наша школа. Со школой Алонцева меня связывает давняя-давняя дружба, сотрудничество и работа. Художественная школа – это такой, знаете, островок, который не готовит там художников специально, но дает знания изобразительного искусства. У меня здесь представлено 3 работы, Хочется пожелать художественной школе успехов. В выставочном зале областного общественно-культурного центра на Советской разместилось всего 88 работ, среди которых живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и различные арт-объекты. Посмотреть на замечательное полотно и перенять что-то новое от своих учителей пришли и учащиеся школы. Что мне впечатляет в этой выставке, то, как аккуратно написаны эти работы, тонкие мазки и время, потраченное на них. Глядя на эти работы, вижу, что они выполнены настоящими профессионалами, много различных цветов, смешения, и особые техники, беспорядочность, но в этом беспорядке можно увидеть некие образы, каждый видит эти образы по-разному. Очень нравится, как пишут натюрморты наши учителя, все аккуратно, и меня очень радует то, что именно они нас учат, и я надеюсь достичь такого же уровня. Вдохновляет именно мастерство, то, как они все это изображают, сколько времени на это затратили, то, что они связали с этим свою жизнь, и это большие старания и усилия. Глядя на работы преподавателей, искусных художников и настоящих профессионалов, учащиеся школы вдохновлялись, пополняли свой творческий багаж и заряжались энергией позитива. Это может сделать и любой желающий, ведь работа выставки продлится до 23 октября.